Танцоры выступили с концертами Вельхотова, Алагире, Беслане и Ордоне. По традиции программа началась с жемчужины остинской национальной хореографии «Танца Синт». Джабах на Ройстуй, Кастар Фасивадедар, Хистар Фасивадедар, Удрандар Музник Заган. Полуторачасовая программа включила в себя как национальные хореографические номера, так и танцы народов Кавказа. Погодные условия не стали помехой для артистов. Из-за непогоды во время концерта в Беслане в зале погас свет. Однако танцоры продолжили выступать под бурные аплодисменты зрителей. Художественным руководителем ансамбля «Амунд» является народный артист Южной Осетии Суслан Цанакоев. Концерты ансамбля в Северной Осетии прошли с аншлагом. Зрители тепло встречали каждое выступление югостинских артистов. Когда его дай ардома дисядюажита арбасиди, имаше срамбон бировод. Тунг басинку туй на саржите, уйдхем фаштаграш тогда махам денджер концерта на маудиш, ма ахшешгумену кербаках савкутат, мон махтермена кухом зарды уже это самый дарбарушкут там. Все ребята большие молодцы, очень интересно было смотреть на всех. Каждый танец по-своему интересен и красив, поэтому большое спасибо всем, кто сегодня участвовал в этом концерте. Будем ждать еще раз их с нетерпением. Мухтар хусар иристунестам, анамахам хурс фасивет каи, ахам расухт фасивет хурс каярах сенчкафам, мазарам, уйтхеса штырбузныгыстам. Тенграй гондаве базовысты илхот адамдар, амауны штырбузныг. Большое вам спасибо, мы получили огромное удовольствие. Ю минута на сард федартар куттат, калзагай, расшугдай, ему сардамун тумбай. Тенгна жардама фасудышты уалдайдар, уахиштар фалтар, ему сэмбужныг. Начальник управления культуры при администрации Цхинвальского района Ростик Хугаев отметил, что в планах продолжить гастрольную программу по республикам Северного Кавказа. Гастроли ансамбля в Северную Осетию состоялись при поддержке руководства администрации Цхинвальского района, Югостинского государственного университета и государственной телерадиокомпании ИР. Эльвира Дебилова, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.